Доброе утро всем. Пропылесосила уже. Смотрите, какая кала у меня красивая. Классно. Одна пока. Но я думаю, что из каждого росточка вылезет по цветочку. Каждого роста. У нас сегодня хорошая погода и нет ветра. Наконец-то. Аллилуйя. В общем, я пойду завтракать. Вот машинка на своем месте, потому что я кое-что вчера подшивала. Поэтому она там. Ем на завтраку тост и кофейный напиток. И все. Планы, планы, планы. По магазинам планы пройтись. В спортзал надо сходить. Узнать, что почем и как. Там такая система какую-то сделали они по работе. Это вообще трындец. Что-то записываться. Каждый... Вот на что ты хочешь пойти, надо записываться на каждый тренажер. А я так не люблю, знаете. Я люблю... Не знаю, как можно записаться. Я по времени еще... Я могу на одном тренажере 10 минут позаниматься, а потом на другом 20. Как надоест, так, а как вот, допустим, не знаю даже, как это все будет выглядеть. Но у меня есть 2 недели оплаченные. И я думаю, что вот 2 недели похожу, а потом... Потому что я вот после занятий, сумбой там или еще что-то, на тренажерах люблю заниматься. Иногда не люблю заниматься. А там, типа, если не придешь, то тебя еще и накажут за это. И, на, типа, 24 часа ты не можешь пойти в спортзал. В общем, бред какой-то, дурдом на выезде. Я думаю, что летом и так там народу ни хера нету, потому что все на пляже. Ну, наверное, нормы такие, поэтому они ничего сделать не могут. Ну, посмотрим, как говорится. Пойду узнаю, потому что 2 недели эти, ну, доходить надо. Погода еще, ну, вроде нормальная будет, но море еще холодное. Ладно, поживем, увидим. Но надо сходить, узнать. И, наверное, у меня же каждый месяц снимают деньги за спортзал. И сказать, что я беру перерыв на лето. Как-то так. В общем, пойду, узнаю, что почем, а потом уже рассуждать. А сейчас-то что рассуждать? Понятия не имею. Что там и как? Как старые добрые времена. Прогулка на пятачке. На нашем. Просто я сейчас до того, как идти гулять по магазинам. Чарли надо погулять немного. Ему тоже хочется вдохнуть свежим воздухом. Сегодня день жаркий будет, обещает быть, по крайней мере, на солнце прям такой, прям ух. А тут нормально. Ну ладно. Я вроде посмотрела по погоде, все налаживается. Смотрите, какое дерево такое красивое. Но оно, блин, мусорит, страсть. А вот там тоже дерево, там какие-то ягоды, они постоянно падают с него. Там такой срач. Так что вот такие у нас дела. Пока гуляем. Скидки начались. Пойду в Приморск, схожу за красоту.
пошаталась по магазинам, кое-что купила. Сейчас приду, покажу вам. Иду в спортзал. Время еще рано. Вот, сейчас пойду на разведку. Что почем и как, что они мне там расскажут. Плечо, конечно, у меня такое. Все такое загорелое. Красное. Так. Вышла из коммерческой зоны. Тут у нас спальные районы. Такие вот. Прям как-то, знаете, не по себе иду. Думаю, что там они мне расскажут. Что скажут? Может, даже сегодня в спортзал пойду. Я так давно здесь не ходила. Последний раз, когда я ходила, здесь были вот эти вот все кустарники. Прям над вот этой вот пешеходным переходом. Или как там вот так. Ну, вот на вот это вот. И тут невозможно было идти, потому что все было в зарослях. А сейчас все подстригли. Потому что все походили вот так по дороге. Потому что невозможно было. Сейчас все подстригли, все хорошо. Там какое-то запрошенное здание, в котором тусуются подростки. Разобралась. Смотрите, какой у нас шикарный парк. В общем, знаете, в чем дело? Здесь, когда матрикула, ну, идешь в первый месяц в спортзал, с тебя помимо квоты, то есть платы за месяц берут еще, в общем, 25 евро за оформление, скажем так, да? Вот, и летом я, естественно, не хотела ходить, потому что пляж, все дела. И как это вот, попытаюсь вам объяснить, чтобы было понятно. Ну и платить эти 25 евро тоже как бы не очень хотелось, потому что осенью, может быть, вернусь, может быть, нет. И, в общем, я у ней спросила. Она говорит, так как нам всем... Мы сейчас никто не платим, нужно приходить в спортзал и активировать вот эти вот свои классы. И она говорит, я говорю, я летом не смогу ходить. Она говорит, ну тогда давай оставим вот эти 2 недели до осени. А осенью, я говорит, в сентябре тебе позвоню и спрошу, там будешь ходить или не будешь. И вот эти 2 недели как бы отработаешь. В общем, замечательно. Я лето не буду ничего платить, но также я буду числиться в спортзале. То есть, если я захочу вернуться осенью, то мне не нужно будет платить эти 25 евро за оформление. Вот такая система. Ну и мне кажется, везде так. То есть, я в месяц платила 40 евро, чтобы сходить в спортзал в любое время, пользуюсь чем хочу. В общем, и вот помимо, вот первый месяц нужно было платить еще 25 евро. В общем, вот так. Спортзал отменяется сегодня и в течение лета. Будем ходить и заниматься дома спортом. Ну ладно, я пошла домой. Может быть, знаете, все еще образуется, все дела. В общем, да. Ну, мне даже так удобнее намного, чем... В общем, не хочется отказываться от спортзала, но и переплачивать тоже не хочется. А так все даже разрешилось лучше. В общем, на обед у меня вот такой тазик салата. Купила себе в Меркадоне бальзамический уксус. Вот такой вот редуксион. Это вот выпаренный, что ли. Очень вкусный, кстати, классный. И вот оливковое масло, соль и вот этот уксус. И очень это все вкусно. Всем приятного аппетита. Вы знаете, я тут хлеб замесить начала. Месить начала для тоста, который... А муки-то у меня и нету. Пойду сейчас в соседний магазин. Хорошо, что у нас тут
пока еще открыт. Вот. Представляете? Как всегда. Побежала я в магазин, пока у меня опара готовится. Какое же все-таки тесто классное. Вообще прям. Ой. Это у меня будет на хлеб для тостов. У меня есть рецепт, так что переходите в плейлист рецепты, и там есть тесто. А из этого сделаю пирожки. Смотрите, какое оно классное. Пирожки делаю с луком и яйцом. Я вот думаю, все равно еще думаю, либо с луком и яйцом, либо с картошкой. Обожаю с картошкой и с жареным луком. Но что-то хочется и с луком, и яйцом. Так вот кладу, оно даже тесто завтра будет еще лучше. И в холодильник отправляю. Тра-та-та-та. Наверное, с яйцом сделаю. Замечательное тесто. Прям так его хочется, знаете, как антистресс. Мацать. И вот так его... И сейчас забацаем хлебушек тостовый. Все-таки намного вкусней такой, чем вот покупной. Тут осталось у меня на 2 тоста. И все. Чайку надо попить. А то что-то такое сонное состояние. После обеда всегда так в сон клонит. Но вы знаете, лягу спать и все. И не хочется. Кстати, я сегодня купила новый этот... Вот этот штуку. Это серебро. Классно? Мне нравится. Давно хотела вот такие, чтобы вот висючки были. Здорово же ведь, правда? Я себе купила вот такие вот майоркинос, они, по-моему, называют. Сделано в Испании. У нас сейчас модно вот такие вот плетения, знаете. Вот много обуви именно вот с таким плетением. Вот, они кожаные и очень удобные. У меня были такие розовые, но я в этом году их выбросила. Вот, вот так это все выглядит. Сейчас поближе вам покажу. В общем, мне понравились. У меня, говорю, были такие розовые, тоже кожаные. Им было лет 5, наверное, если не больше. И я их неправильно хранила. Их вот, если вот так навешаешь на вот эти вот штуки, то они оттянутся, и все, и потом будут с пятки слетать. Вот. И, ну, все равно я их долго-долго носила. И, блин, они были у меня, как говорится, в пир и в мир. И вот... Купила таких вот прикольные штуки. Они тоже под платье, куда все подходит. Сейчас особенно такое, знаете, такая мода. Ой, а что у меня на голове? Что? А что у меня руки какие-то непонятные в чем? В общем, такая мода, что не пос... не... вообще можно кроссовки там с вечерним платьем надеть. Или все наоборот. Поэтому все красиво. Смотрите, все больше распускается красота. Видите, какой он цвет насыщенный, красивый. Чай хотела. Чай хотела. Хожу, кружусь, как дурак. А, и духовку надо зажечь, чтобы она нагревалась. И обувь сейчас помою кое-какую. Вот. И приберу ее. В общем, да, так, туда-сюда. Ничего не делаю вроде бы как, а все равно что-то делаю. Мажу свои плечи кремом 50, в общем. И иду с Чарли гулять. Хочу пройти мимо прачечной, ну не прачечной, а вот где машинки стиральные стоят. Чтобы посмотреть, одеяло нужно постирать на этой неделе. И подушки, наверное. И посмотрю, как там что работает, мимо, в общем, пойду. Вот, вы знаете, плечи у меня не болят, ничего. Просто видно, что как бы загар, да. Но не больно ничего, поэтому нормально все.
Да, сейчас гулять пойдем. Просто надо сейчас немного еще кремом намазать и все. И все, эх, путь дорожка фронтовая. Постирала масочки сегодня, все они уже высохли, естественно. Пахнут вкусно, теперь их будет приятно носить. Я возьму с собой маску, потому что пойду через город, ну, через центр, а там всегда много народу. И надо носить. У нас маски, это обязаловка. Штраф 100 евро. Сделала себе педикюрчик. У меня вот есть такой аппаратик. Я его в Лидле покупала. С разными насадочками. Вот. Теперь у меня... А то, знаете, я его делала, этот педикюрчик, ногти красила. Но так как надевала кроссовки, то большие пальцы все стерлись, лак. Поэтому пришлось... Я сегодня все помыла уже кроссовки и все их уберу. До осени. Все. Ось, блин. Диван задела. Надеюсь, не это. Не надо все перекрашивать. Не, все нормально. Вот. Теперь до осени. Все будет. Ой, хорошо. Ну, вроде ничего, нормально. С пивком потянет, как говорится. Пойду морковочки похрумлю с хумусом. Ну, какой красивый цветочек. Правда красивый? Напишите в комментариях, красивый или некрасивый. Мне кажется, очень даже хорошая погода. Завтра еще жарче будет. Главное, чтобы ветра не было. А там будет и тепло. Пойду морковку хрустить. Вот такой хлеб у меня получился. Классный. Для тостов. Я его сейчас положу в пакет. И отправлю в холодильник. А еще я наварила яиц. Так что завтра у меня будут пирожки с яйцами и луком. Любите такие пирожки? Готовите? Я ни разу не готовила в жизни. Ну а что там готовить-то, господи? Нарезал лук, нарезал яйца или еще что-то нужно? Я думаю, что больше туда ничего не нужно. Но если что-то нужно, вы мне пишите. Ну, я думаю, что ничего не нужно. Вот. И начиняем. И лопаем. Жарим и лопаем. И все. У нас будет в ажуре. А я сейчас буду с вами прощаться. Чай, что ли, сделать? Рейбуш себе заварить. Вот. И встретимся с вами завтра. Как все, как всегда. Кстати, укус. Вот видите, там вот такой остался. Иногда почесывается, конечно, знаете, но он не сам укус, а как-то вот, знаете, края. Вот. Вот, например, вот тут, видите? То есть у меня не укус вот тут, а чешется вот где я почесала. Но у меня вообще кожа такая, знаете, дотронешься и все, и пипец, уже все заметно. Так же и плечи. Вроде бы так смотришь, думаешь, блин, это такая, наверное, боль. Но мне совершенно не больно, вот видите, трогаю, мне совершенно не больно. Все не так категорично, как выглядит. У меня кожа такая, она краснеет, а потом все проходит. У меня даже, знаете, испанские родственники постоянно в первые года, сейчас они уже привыкли, они, ты сгорела. Я говорю, завтра опять буду белая. И вот каждый раз они меня как увидят, кремом мажься ты, что ты, посмотри, ты как креветка. Я говорю, завтра опять белая. И правда, сейчас они уже все знают, что я краснею, я бледнею. Но потом все проходит. Чайник вскипел. Вот, ладно. Где моя рыба такой? Давай с тобой попрощаемся со всеми. Да, давай со всеми попрощаемся. Скажи всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всего самого лучшего. И всем пока.